Простите, у меня случайно вырубился видео, не знаю почему. На полуслове. О чем я говорила? Об этой штуке. Вот. Значит, мало того, что вы можете взять эту штуку, то есть стандартным образом вы берете формат вашего листа, соответственно. Но еще, если, например, вам приспичит, вы можете сделать такой же круг и рисовать, соответственно, на бумаге тоже в круге. Или в треугольнике, или в пятиугольнике. Короче, это может быть тоже прикольно. Ну, для начала формат вашего листа — это окей. Вот. Это то, что я хотела сказать. Потом оно перескочит на еще одно видео. Извините, что их три, но ничего. Так что смотрите следующее видео.